Добрый день, Владимир Елизаров, юридическая практика КПМГ. У меня вопрос к господину Иванову. Считается, что в России стоит острый вопрос с защитой прав миноритарных акционеров. Ну, в полной мере это относится, наверное, к иностранным инвесторам, которые часто являются портфельными инвесторами. Весной, в марте этого года ВАС принял принципиальное решение по вопросу об аффилированности, чем, честно говоря, мы были очень обрадованы. Практическая ценность этого решения заключается в том, что сделки, связанные с аффилированными структурами, с родственниками, станет заключать гораздо сложнее и их проще контролировать. То есть, и как правило, это как раз то, что нужно миноритариям. Сейчас у нас на повестке дня находится принятие нового гражданского кодекса, да, в котором и эти вопросы затронуты. В первом чтении фактически был воспринят подход, который был ранее изложен в судебном решении. Ко второму чтению мы видим, что, ну, скажем так, наверное, в результате различных компромиссов часть поправок была изъята. И при этом имеются комментарии о том, что это является предметом специального регулирования, антимонопольного законодательства и так далее. Мой вопрос заключается в следующем. В чем заключается ваша позиция на настоящий момент? И как, по вашему мнению, будет ли в дальнейшем эта инициатива развиваться и в каком направлении? Спасибо. Я был всегда сторонником усиленной защиты прав миноритарных акционеров. Это связано с особенностями функционирования нашего фондового рынка, прежде всего. Если мы посмотрим на него, то почти все компании находятся в руках одного контролирующего инвестора. И, конечно, такой ситуации, когда бы компания, ну, так образно говоря, никому не принадлежала конкретно, у нас нет. Отсюда наша задача, может быть, даже вводить более строгие меры, направленные на защиту миноритарных акционеров. И мы выносили решение по делам, по которым обязывали компанию-эмитента отвечать перед миноритарием за утерянные акции, хотя, может быть, она даже в этом и не виновна. И за признавая аффилированными лиц, не названных в конкретных перечнях, я сторонник этой точки зрения. Такая возможность у суда должна быть всегда, потому что это реализация принципа добросовестности, присущего нашей правовой системе, как и другим правовым системам. Может быть, даже для защиты иностранных миноритариев и вообще в целом миноритариев нужны еще более жесткие меры, чем те, которые есть сейчас.